Всем привет, друзья! Вы по-прежнему на канале Орловец Лайф. Я еще отдыхаю в Стамбуле. Сегодня погода нам замечательная, радует, наслаждаюсь, вообще удивляюсь Стамбулу, любви к кошкам. А сейчас у них идет до сих пор предвыборная агитация. Ходят... Чего? Ходят, раздают вот такие вот предвыборные какие-то пакетики. Вот с такими, к нам идет сейчас, вот с такими штучками, Бешикташ, что это непонятно, и к нам идет болезнь. Вот, Что? Вообще подходил именно вот этот вот человек нам сейчас. А мой оператор обосрался и выключил камеру. Нет, я просто думала, что за херня, что она там. Ты думала, наезжать нас? Нет. Спросил, что туристы, мы не туристы. Подошел тебе руку, пожалуйста. Да, подошел руку, пожалуйста, сказал спасибо. Вообще вот так вот, с каким-то депутатом познакомился. Да, вот да, вот этот человек нам подошел. Пожал руку, блин. Тебе. Вот что за доверил это? И магнитики есть. Ничего нельзя доверять. Просто эта бабулька Нереса. Thank you. Bye. Короче, выбили фотографию с депутатом, ходит в парке, общается с местным населением, с бабушками. Вообще очень так, у них сейчас идет мощная борьба, потому что где-то в кафе бесплатно кормят, где-то концерты выдают, в общем. И есть конкуренция. Самое главное, что у них есть живая конкуренция, наверное, я надеюсь. Часто вижу вот такие диски, почему они лежат, все любят кошек. Только комиссионный магазин, не понимаю, что это такое. Ну, какое-то старье. Кто понимает, что вот написано. Коты на каждом шагу, говорю, что для котов все сделано. Вот они, кормят их. Молодцы. Не, ну у нас тоже, в принципе, любят котов. Везде вообще любят котов. Особенно черных. У кота хотели отобрать еду. Короче, чайки зарубились котом, кот проиграл. В общем, еще продают вот такие вот тарелочки с зерном. 5 и 10 лир, чтобы кормить голубок. И всякие такие штучки. Покупаешь и кормишь голубей. Не понимаю, почему голуби не могут просто подлететь и съесть эти тарелочки. Кстати, уже освоили транспорт местный. Все очень просто, оказывается. Можно добраться в любой конец Стамбула. На транспорте есть автобус, есть метро. Про метро еще только один раз были. И есть еще как метробус. Это наземный типа трамваев, но очень быстрый, скоростной. Все по одному проездному ездить, то есть проблем нет никаких. Что только вам рассказал о том, как легко пользоваться общественным транспортом, блин, забыл абонемент, приходится идти пешком. Потом много красивых мест. Какой-то мост. Я очень жду свои права. Их должны скоро привезти мне, и тогда на машине. Буду передвигаться. Вот фотосъемки.
красивый вид. Пришли. Хотел подождать погоду получше, чтобы прокатиться на речных трамвайчиках местных. Но так как нету абонемента, как он называется, проездного, придется туда сегодня кататься на трамвайчике. Ой, что? Локация называется мечеть Ортаке. Всегда весело, все кто в классе. Пойти сюда посидеть, попить кофе. Просто пока пройдешь мимо картошки, все хватают за руку. Тянут, купил, надо купил картошку. Картошка очень вкусная. Сейчас чуть попозже, просто сейчас поели шаурмы. Чуть попозже обязательно еще возьму картошку, но не буду столько всего в нее накидывать. Хотя фиг его знает, может быть от жадности и опять накидаю. Ну, проходится и то, и то. Вот прохожих вообще не пропускают. А вот кофе найти что-то проблемно. Да? Русские. Русские везде. Очень, кстати, много русских. Турецкий кофе. Ну, здесь улицы сейчас пустые. На самом деле в будние дни, в выходные здесь прям очень было много народу, много было палаток. Сейчас все тихо, спокойно. Вообще, как смотреть, ни одного человека. Так, сейчас посчитаем. Эдди, Коля, присмотрите за нашими голубями. Просто можно прийти и покормить голубей, попить кофе. Швартуемся вот на такой, пришвартовалось, то есть как это говорится правильно, я не знаю. Паркануемся вообще. Баржа. Стоимость вот на такой, сейчас я покажу, какая большая. 250 лир, это 750 рублей. Сколько по времени, не знаю, по-моему, полтора часа. Вид обалденный. Погода, конечно, сейчас я здесь еще буду долго. Так что я думаю, что дождусь жары и здесь уже буду в шортиках кайфовать. Чё? А, ютубер. Ага.
Интересно, может там нельзя заходить? Ну, наверное, можно. Вот этот мост, по которому хочется прокатиться. Ну и пойдемте посмотрим, что тут у нас. А тут у нас бар, виски, киндер. Можно еще выше подняться. По ночному хочется еще покатить по Босфору, и когда будет теплее. Прям ждем жару. Не хочешь, короче, сниматься, да? Покажи вам лицо. Инкогнито. Инкогнито. Грибы, йогурт. В общем, еще картошечки. Захотелось, очень мне она понравилась. Кускус. 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 Кукумбер. Кукумбер. Кетчуп твой? Я. Ой, кетчуп. Чуть-чуть. Все. Давай, инсайд. Окей. Даю инсайд. В общем, не хочет девушка сниматься. Вот это самое сытное, самое вообще офигенное. Прям еда, мне очень понравилось. Не знаю, сейчас убрали отсюда халапеньо острую, но добавили сюда русский салат оливье. 200 лет стоит такая штучка. На этот раз с картошкой справились вообще в легкую. Очень вкусная вещь. Всем рекомендую, кто находится в Стамбуле. Вкусная картошка. Прости, погода что-то не радует. Прям вообще второй день. Ну ничего. Через пару дней тут уже будет плюс 20. Еще один минус Стамбула. Это вот такие улочки, ровно-ровно, и потом вот такие подъемы. Просто он бесконечный подъем вверх. Ты постоянно идешь ровно-ровно-ровно, поворачиваешь куда-нибудь направо и погнал в гору. Неожиданно. Ну, прям такой небольшой, но минус есть. Особенно, когда ты живешь на этом подъеме, и каждый день тебе приходится по нему ходить. Полиция ездит вообще просто по беспределу здесь на дорогах. Правила не знаю, сейчас когда придут мне мои права, прям интересно будет себе испытать. Так не знаю, вот видно знак или нет, от 7 до 10 действуют две полосы, под тем двум полосам можно ехать в ту сторону, по этой полосе в другую сторону. С
5 до 8 вечера, наоборот, эти две полосы можно занимать в ту сторону и ту одну. А потом вообще непонятно. То есть одну полосу, в одну полосу едет туда машина, в другую сюда. А вот эта третья полоса, стрелочки, вообще непонятно, вот как ехать. Как хотите, так и едьте. Вообще, вот, это сумасшедший просто человек со мной. Короче, опять уже какой раз мы проходим, и здесь кормят людей. Я сюда днем мы заходили, цивильное вообще кафе. Вот реально. Я не понимаю, ну а если вот сейчас подписаться? Вот, смотрите, бездомная сидит. Смотрите. Мы уже вписались. Уже вписались, да. Ой, ну интересно. Собака с кошкой сцепилась. Бедной кошке достается водитель, слышишь, что родили? То от этого. То от чаек, то от собак. Мы последние. За нами будете, да? Ну, окей, теперь. Не, шувергир. Куда же нами, за нами. Короче, ее выгнали. Ну, уступила, правильно. Я уступила, потому что села на такую скорость. А во сколько? Сколько еще время? Думаю, не стасал, да не будем просто... Посмотрящий процесс. Вы сейчас спросили, откуда? Сказал, Россия. Не понял, то ли no problem, то ли вот будут проблемы. Не расслышал. Проблемы. Что это? Объясни, если что. Объясни, если что, только на этом. В общем, не стали садиться, кормят. Вот так людей. Это просто было интересно. Ну, это здорово. Большие очереди в супермаркете. По ценам, так, по-моему, не показал я вам цены, но чуть-чуть, ну как чуть-чуть, в два раза дороже, чем у нас. Но все равно люди затариваются. Ну, на нашу, в общем, если на нашу пенсию, то точно не проживет. Наверное, все-таки другие зарплаты. Вот лимонад. Ну, кто-то вот берет лимонад много. Надеюсь, этот ролик был вам интересен, познавательным чем-нибудь. Моя спутница вообще, я не знаю, я говорю, чтобы сняться, это просто так трэш-контент был бы. С ней очень легко. Да ладно, ну что думаете? В общем, все, спасибо большое за просмотр. Пока-пока. У меня вот кола, смотрите, кола 30 лир, это 90 рублей. Сыр 200 грамм, вот такой сыр, очень вкусный, вообще постоянно его берем. 300 рублей наши деньги. И вот эта колбаса, я не знаю, по-моему, ну, наверное, 150 рублей. Вот так. Все, пока.